Доброго дня. Тут я внешне. Основно будешь. Давайте пойдем. Для меня большая честь сегодня с этого места, с этой трибуны анонсировать еще раз конкурс, открытый конкурс прокуратуры на вакантные должности местных прокуроров и заступников по всей Украине, Харьковской области, а также в тех областях, которые перекрывают наш региональный центр. Даже во многих европейских государствах еще никто не объявлял открытый конкурс на столь важные должности, столь загруженных, важных и укрупненных местных прокуратур, новосозданных местных прокуратур. Несмотря на много вопросов, мы все-таки не побоялись начать эту реформу и двигаться вперед. В этой реформе есть несколько компонентов. Один сугубо управленческий, менеджерский. Другой – это патриотический тоже. Это первая возможность реально энтузиастам, профессиональным юристам, украинцам. Это шанс для них начать и присоединиться к строительству новой прокуратуры Украины. Мы решили провести четыре этапа, установить четыре этапа для конкурса для руководящих должностей местных прокуратур. На сегодняшний момент Харьковским региональным центром принято 632 заявления. По Харьковской области поступило 320 заявлений, 320 кандидатов на следующие местные прокуратуры, которые создаются в Харькове и вокруг Харьковской области. Только в Харьковской области у нас 11 местных прокуратур, в Луганской области 4, Полтавская область 5 и Сумская область 5 местных прокуратур. Как мы уже неоднократно заявляли во всей Украине, до сих пор на сегодняшний день у нас 638 районных, городских и межрайонных прокуратур, и на их место создаются 178 местных прокуратур. К 2013 году общая численность работников прокуратуры составляла 22 500 работников. В этом году еще наше количество составляло 18 500, на сегодняшний день нас 15 000. И к концу 2017 года по новому закону общая численность прокурорских работников не должно превышать 10 000 работников. Что касается рядовых должностей местных прокуратур, мы предложили нашим работникам пройти двухэтапный, значит, процесс. Профессиональные, сдать профессиональные тесты, тест IQ-тест так называемый, и те, которые наберут больше всех очков, фактически они будут иметь возможность работать в местных прокуратурах. И вот таким образом справедливо будет проводиться сокращение работников. В переходных положениях нет ограничения там, двухлетнего стажа или специального образования для того, чтобы человек подавался в прокуратуру. Каждого особенно должностного лица прокурора, который будет проходить конкурс, мы будем проверять. Хотя, если кто-то все-таки преодолеет эти четыре этапа, вот откровенно говоря, значит, ну, человек до какой-то степени уже заслуживает, чтобы его назначили. Даже если он имеет родственника в госслужбе. Но родственник не должен как-то с ним пересекаться в плане компетенции, субординации и так далее.